Доброе утро. Это то утро, которое начинается с фитнес-зарядки. Александр Лобанов уже разминается у нас часа как два. Конечно. Да, я уже успел. Доброе утро, Саша. Доброе утро, доброе утро. Скажи, пожалуйста, есть какое-то оптимальное время для начала физических упражнений? Ну, почему? Каждый просыпается по-разному, поэтому нужно уже подстраиваться немного под себя. То есть именно после сна, а не вечером перед сном? Не, можно во сне. А, это вот, это мое. Когда крутишься, 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 не можешь уснуть. Да, да. Что мы сегодня будем разминать? Ну так, я начну зарядку с самых истоков, то есть кровать. Ну, представим, что это кровать. Подушечку брось, Дениска. Ну, чтобы можно было. То есть изначально мы просыпаемся, поднимаемся вверх, тянем руки максимально высоко. Даже неправильно начал. Мы просыпаемся, улыбаемся. Потянулись. Мы улыбнулись. Нет, первым мы улыбнулись. Потом подтянули руки. Можно в замке вверх максимально высоко. И легли обратно. Не будем делать зарядку, лучше поспать. Тянем потом руки обратно назад и вперед. Так, 10-15 раз. Назад. Кровообращение. Вперед. Да, просыпаемся. Ложим руки за голову и делаем велосипед. Не спеша, минуту крутим, думаем о том, что будем делать сегодня целый день, какой он будет хороший, продуктивный, веселый у нас. Вот, размялись. А теперь встаем. А таз мы не поднимаем? Есть такое еще упражнение для спины? А можно, можно сделать велосипед, можно поподнимать ноги, то есть это уже веревка. Что угодно. Но делаю пока это в кровати. Ну, а потом мы встаем, берем уже гантели. Начинается серьезная работа. И сегодня я покажу комплекс упражнений на руки и плечи, дельтовидные мышцы. И сразу начнем с обычных наших поднятий гантелей на бицепс. Сразу делаем поочередно на одну руку, на вторую. Здесь задача максимально поднять вверх и сократить наш бицепс. Одной рукой, второй. И потом сразу же можно одновременно двумя. Раз, 20-30. Хорошо дышим. При этом включили музычку веселую, чтобы у нас утро было хорошее. А как все родные спят? Ну, можно чуть потише, да. Если очень музыка хорошая. Вот потом становимся... Корпус наклоняем вперед, локти прижимаем и делаем упражнение, так называемый лыжник. Да, сейчас зима, вот. Локти прижаты, отводим предплечье назад и вперед. Это работаем на 30. Так, 20-30 раз. Также дышим, радуемся нашему утру. Следующее упражнение на плечи. То есть мы выводим руки вперед, опускаем назад, потом в стороны, обратно в исходное положение и вверх. То есть тем самым мы прорабатываем переднюю дельту, среднюю. И задний еще немножко. Вверх, назад, бок и обратно вверх. Вот. Понятно. У нас хорошее, спасибо, утро. Саша. Тогда вообще, получится. Мне кажется, сегодня Сашу можно цитировать, что это был фитнес-тренер Александр Лобанов. Дышим, радуемся. Дышим, радуемся. Да, спасибо. Прекрасно. Саша, спасибо.